В минувшие выходные в спорткомплексе «Риф» состоялось открытое первенство и чемпионат Искитимского района по плаванию. Более 80 участников в возрасте до 15 лет плыли дистанции 50, 100 и 200 метров. В заплывах участвовали спортсмены из Искитима, Ленёва, а также участие приняли пловцы из Бердска и Новосибирска. Самую младшую категорию участников составили дети от 8 лет. Они плывут 50 метров, самым старшим спортсменам – 15. Им нужно преодолеть дистанцию в 200 метров. В итоге искитимские пловцы взяли 20 призовых мест. Спортсменов из Искитимского района наградили за участие в соревнованиях.